теряет свою культуру, когда оно забывает свои традиции, правильно? Да. Все, оно уже прекращает быть государством, поэтому это даже не просто не с точки зрения веры, а просто с исторической точки зрения, не знаю, как правильно сказать, с логической точки зрения. 20, всего 5 коллектив, 29 человек. Ага. 29 человек. У вас школа 11 летка? Да, средняя школа, где-то на Самарске. Ага. А что, в Самаре не остался? Да. Что там? Получилось так, захотелось сюда, пока здесь проводить. Угу. Посмотрим. А давно вы вернулись? Вот недавно? Вот я первый год. Почему? Заметно. Не читают? Читать, ну, как сказать, не читают. Программную литературу в основном ребятишки читают. Потому что вся литература у нас в хрестоматии. Она предполагает учебник хрестоматии. Они нас поступают отовсюду. Ну, со всей Самарской области. Есть некоторые, которые приезжали. Местные, да? Нет, не местные. Местных у меня всего 7 человек. Угу. Вот это самое до этого было. У вас? А всего 38. Сейчас 39. Человек. Сейчас 39. Да, 39. Ой, золото мое, не дай бог. Не вешайте, пожалуйста. Мы беседуем просто, мы беседуем, разговариваем. Константин Николаевич Семенко, не будучи профессиональным, не имея там ни диплома, ни профессии официальной, записанной в трудовой книжке, что он палеонтолог, 12 лет занимается палеонтологией, причем занимается не очень серьезно. Отец умер рано, в 1935 году работал он в колхозе. Вот. И мы остались с больной матерью 5 человек. Лоза. Вот это рукав. Нет, понятно, это понятно. Просто, говорю, как слово замещение, когда все растение называют лозой. Да, секунду.